китайский кондиционер для роста волос. Этот кондиционер предназначен специально для женщины. Известный бренд Genève, который делает продукцию именно по уходу за волосами. Пластиковая бутылка, в которой находится 265 мл этого средства. Кондиционер не утяжеляет волосы, очень приятный в аромате, в использовании. Кондиционер наносится не только на волосы, но также и втирается в кожу головы, потому что работает с волосяными луковицами, восстанавливает кровообращение и улучшает питание кожи головы. Используют его, естественно, после мытья волос. Волосы слегка отжимаем полотенцем, наносим на всю длину и еще и кожу головы втираем. Некоторое время его надо выдержать, ну, минут 10, после чего смыть водой. Пользуйтесь удовольствием и будьте красивы!